Хатиб Минигулов всю свою жизнь посвятил науке. Автор десятков книг, монографий, учебников. Он занимался разработкой проблемы татарской средневековой литературы, арабо-персидской и тюркской поэзии. Более 40 лет он трудился в Казанском федеральном университете, в стенах которого собралось множество людей, желающих поздравить юбиляра. У нас собрались коллеги нашего уважаемого юбиляра, друзья, соратники, руководство нашего федерального университета, студенты нашего отделения, нашего института, которые уважают его и чествуют этот праздник вместе с нашим юбиляром. В рамках праздничной программы студенты подготовили разнообразные концертные номера и сюрпризы. Также на торжество были приглашены именитые артисты. Коллеги и друзья Хатипа Юсуповича со сцены поздравляли юбиляра и вручали ему подарки. Да. Хатип Юсупович, от души поздравляю вас с этим юбилеем. Желаю еще дальнейших успехов. Я знаю, у вас много задумок. От души вас поздравляю. Успех. Хатиб Минигулов – автор более 900 публикаций, в том числе 44 книг на различных языках. С 1967 года по настоящее время он работает на кафедре татарской литературы КФУ. Хотелось бы пожелать этому удивительному человеку и выдающемуся ученому долгих лет жизни. Пусть его достижения в науке продолжают множиться с годами. Лина Саримова, Руслан Урманов, Универньюз.